Всем привет! Пришла очередная посылка. Сейчас мы ее распакуем. Должен быть чехол для телефона. Ну, не знаю, может быть что-то и другое, потому что заказов у меня много. Заказываю регулярно. Попросила дочь чехол для телефона. Телефон Nokia Asha 501. Сейчас увидим, что там. Возможно, даже не телефон. По размеру-то как чехол. А тут оказался аккумулятор. Аккумулятор для фотоаппарата Fuji. Сейчас я вам его покажу. Вот фотоаппарат Fuji GV100. Достанем старый аккумулятор и сравним. Все идентично, все хорошо. Характеристики сравниваем. Значит, 700 миллиампер. Здесь у нас 740. Так, ну попробуем, заряжен или нет. Включаем. Воу, работает, но индикатор показывает, что зарядки мало. Ладно, отлично, буду пользоваться. Кстати, я не ожидал, что он придет, поэтому и думал, что там пришел чехол для телефона, потому что я чехол заказывал уже давно, а сам аккумулятор заказывал, ну, даже меньше 2 недель назад. Вот поэтому такая неожиданная посылка. Ну и радость к тому же, потому что теперь есть у меня сменный аккумулятор. Оба заряжу, пойду снимать. Различия небольшие есть все-таки. Тут как бы один на родном, один угол заострен, а тут все углы овальные. Но вы как видели, это на работу не влияет. Так что будем пользоваться. Подписывайтесь. Ставьте лайки, пишите комментарии. Ссылка на аккумулятор будет внизу. Он, кстати, подходит не только к этому фотоаппарату. Там почитайте, каким фотоаппаратом он еще подходит. Возможно, там будет и ваш. Стоимость его не очень высокая. По-моему, около 600 рублей. Всем спасибо. Пока.